В жизни бывают разные ситуации. Иногда все хорошо-хорошо, а потом хоп, и что-то случается. И человеку всегда нужна рука помощи, плечо ближнего. И когда я была еще подростком, мы с ребятами со школы, потом с однокурсниками собирались, ходили вместе в больницы к ребятишкам, которые больны тяжелыми заболеваниями, наряжались в костюмы, крутили шарики, веселили их и помогали им как-то скоротать это время лечения. И если раньше это носило какой-то более такой развлекательный характер, то на сегодня это переросло в серьезную работу. И я координирую группу волонтеров, команду фандрайзеров. Сообщество «Много деток хорошо» работает на территории Алтайского края уже 10 лет и объединяет 2500 семей. Наше НКО – это постоянная работа. Что мы делаем? Мы помогаем людям продуктами, одеждой. К 1 сентября мы собираем ребятишек в школу. В период пандемии мы помогали продуктами, а у нас есть очень популярный проект, называется он «Добрые вещи». Люди привозят туда вещи в чистые, в хорошем состоянии, те, которые они ранее носили, но сейчас они уже не требуются, детки выросли. И семьи многодетные приходят и могут выбрать то, что им подходит. Также у нас есть замечательный проект «Правовая неотложка», в рамках которого семьи по всему Алтайскому краю могут воспользоваться помощью юристов и защитить свои права. Стереотип, что многодетная семья ущербна, а дети какие-то чумазые, невоспитанные, он уходит, потому что тогда бы количество многодетных семей так не росло. Более того, наше государство делает огромные ставки именно на многодетные семьи. Государство помогает многодетным семьям субсидированными билетами, помогает решать жилищные вопросы, разработало множество программ поддержки с земельными участками, помогает разовыми единовременными выплатами с подготовкой к школе. Также разработан огромнейший спектр ежемесячных пособий. Все это делается для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя лучше и их становилось больше в нашей стране. Сообщество многодетных семей 10 лет. В крае около 2500 семей состоит в сообществе. 2474 консультации оказано юристами края за полтора года существования проекта «Правовая неотложка 3». В 2020 году раздали 3000 продуктовых наборов. В 2006 семьях растут от 5 до 7 детей. В 98 семьях воспитывается от 8 до 9 детей. С нашими действующими проектами вы можете познакомиться на нашем сайте «Многодетки22». Мы рады, если вы присоединитесь к нам, если вы будете участвовать в наших акциях, в наших проектах, и вместе мы сможем сделать наш Алтайский край лучше. Проект «Хочу помочь» создан для того, чтобы вы узнали, какие некоммерческие организации существуют в Алтайском крае. Сегодня вы узнали про организацию «Много деток хорошо». Давайте дружить!